А это вот правильный парник, который сделан по моему эскизу. Он недоработанный, далеко от нюти вовсе. Но это то, с чем можно работать. Вот нежданчик для меня самосев. Откуда-то он вылез. Я не знаю, что это за помидор, как его зовут. Это самосев. Ну вот он мне навязал вот такие вот стаканы. Ну, я не знаю, сколько здесь. Вот такие груши, бомбы, я не знаю, как это назвать. Что это за сорт, я тоже не могу сказать. Просто я его оставила из-за того, что он, ну, самоотверженно вырос. Я не знаю, кто это. Вот такие вот огроменные. Ну, я думаю, что более чем по полкило они будут. Один помидорка. Вот. До сих пор вот они у меня, черики тут живут. Все, что это та часть, до которой у меня еще не дошли руки. А разгрузить вот все это вот хозяйство. Ну, вот такие вот помидоры висят сейчас. Самое главное, что нужно организовать тепло и воду. И питание для начала. Вот посмотрите, вот они висят. А вот розовенькие, это красненькие, это розовые. Вот еще они идут под налив. И вязать они будут до ноября. Вот последний помидор я снимаю в ноябре месяце. Это третий оборот. Третий. Ой, зайка. Где ты у меня? Вот посмотрите, третий оборот. Экспериментальный. Иногда у меня он получается, иногда не получается. Ну, то есть это помидор, который я кушаю зимой. Мы его собираем где-то в ноябре. Посмотрите, пожалуйста, вот помидорик третьего оборота, который посажен в конце июля. Вот полтора месяца, ну, месяц, наверное, этому помидору. Мне еще год ячек живет. Вот. Ой, чуть было не было. Вот, посмотрите, это в зиму он уходит. И он завязью. Он будет. Вот. Это все. Это помидор второго оборота. Вот он называется. Я не люблю такие дурацкие помидоры. Я, конечно, его выкину, потому что все помидоры крупноплодные я не люблю. Они шикарные для портфолио, выставить их на фотографии, там еще куда-то. Вот. Но для еды это не мой помидор. Я люблю помидор среднеплодный. Толстошкурый и среднеплодный. Вот хлебосольный розовый. Он вяжет килограммы. Но все, что вяжет килограммы, мне эстетически не нравится, потому что вот эта попка, фня, это все у меня уходит на томаты и на соусы. Я такое не люблю. Вот, белоплодный томат. Шикарный, красавец, просто белый. Вот он висит. Это фишечка моя. Это второй оборот груши. Первый оборот мы сняли в июне, скушали. И вот сейчас сентябрь, она навязала мне второй урожай. Вот, это пасынкованные с пасынка кисти. То есть основная кисть ушла в июне, все плодоносила. И это оставшиеся два пасынка, которые я оставила. Ну, вот ваш любимый гном фиолетовое сердце. Вот, это у меня кассеты уже под петунии я оставила, буду их в зиму переводить. А это остатки былой роскоши из того, что называется свои. Вот, они вяжут еще у меня в потолок. И еще вот на кистях остались вот бурые. Вот. Ну, это то, что мы будем кушать. То, что мы будем кушать уже осенью. Брачок поцарапала Ира. Вот такие кисти. А это вот дурацкие сумасшедшие вишни Барри. Не люблю я черри.
Вот, вперемешку с ними у меня живут здесь огурцы, которые я вывожу в окно. Вот. Перцы. И всякая шлобуда. Как это называется? Тендермендер комсомол. Вот. Вам вживую мой фотоотчет о настоящих помидорах.